Четвертый момент. Аналогично, как поступали с четверкой. Теперь, как я этот ритм проговариваю, одна из возможных вариаций через канакол, через слоги, ритма слоги, можно так назвать. Я буду проговаривать тройку как та-ки-та. Не будем вдаваться в подробности, там можно с акцентом немножко иначе произносить, но мне сейчас важно просто поддержка речи, ритма. И вот образуется та-ки-та. Ки-та. Та сильная. Та-ки-та. 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 Включаем метроном. Речь. Потом тело и речь. Та-ки-та. 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 В общем, я думаю, занятие, задание понятно. Все. Присоединили к телу речь на три.